В Твери завершился 5-й региональный чемпионат «Молодые профессионалы» по стандартам WorldSkills. В нем приняли участие 183 студента Тверской области. Репортаж с церемонии награждения победителей. Три дня творчества, прогресса и веры в свои силы. Студенты демонстрировали свои навыки и знания в 20 компетенциях. Кирпичная кладка, медицинский и социальный уход, ресторанный сервис, поварское дело, туризм, технологии моды, физическая культура, спорт и фитнес, сварочные технологии и многие другие. Было непросто, но, по мнению участников, это большой опыт. Нельзя стоять на одном месте. Нужно взять все от учебы по максимуму. И, конечно же, эксперименты и конкурсы – это то, что нужно молодому поколению, проверка себя на прочность, это всегда полезно. Было сложно? Очень. Второй день особенно. Мы сидели 8 часов, и нужно было упорно, внимательно трудиться. Нужно было переступить через себя. И, ну да, было сложно, с чем-то мы не справились. Важнейшими задачами проведения чемпионата является выявление талантливых представителей профессии, внедрение в систему профессионального образования лучших практик и международных стандартов, профессиональная ориентация школьников. Это чемпионат лучших по профессии, который в то же время устанавливает планку, стандарт, который соответствует самым высоким международным стандартам в каждом профессиональном направлении. На таких чемпионатах просто закладываются будущие Тверской области. В чемпионате приняли участие 183 человека. Это учащиеся 83 колледжей не только Твери, но и райцентров. Это возможность колледжам сравниться в мастерстве, потому что соревнуются дети, но готовят их мастера производственного обучения, преподаватели. Поэтому это такой общий праздник профессионального образования, когда, собственно, смотр профессиональных навыков, компетенций, возможностей, да, и, собственно, навыков работы с детьми. И мне кажется, вот это такой общий у нас порыв. В чемпионате, конечно, есть победители, но точно нет проигравших. Все ребята приложили максимум усилий, чтобы одержать пальму первенства в своей компетенции. Тем не менее, это конкурс, и без победителей никак нельзя. Те, кто заняли первые места, будут представлять Тверскую область на национальном чемпионате «Молодые профессионалы», который пройдет в Москве.